воскресных чтений 11, и они повторяются всегда, потому что это главное, то, что есть в нашей вере, в Христовой вере, это воскресение Христово. Об этом и апостолы свидетельствуют, что это главное. Если некоторые говорят, что нет воскресения, что никто не воскрес, Христос не воскрес, то напрасно, говорит, и вера наша. Вот. Мария стояла, пришла к гробу, увидела, и явились ангелы, явились ей. Жена, что ищешь? Да унесли, говорит, тело, и не знаю, где положили его учителя. Обернулась назад и видит, Христос явился. Но он не узнал его, думал, что это садовник. А ведь когда Христос еще был на земле, с учениками беседовал и много им говорил об этом, а как-то не воспринимали эту веру, потому что в сознании у них было то, что они думали, что это, ну, великий человек, который они делили уже при жизни его, делили места в правительстве, где он одному по правую, другому по левую сторону, чтобы сидеть там, быть главными министрами его. И здесь, когда явился, она не узнала его. Когда только услышала голос, когда он сказал, Мария, тогда обернулась рабуни. Мы часто не узнаем, что говорит нам Господь через Священное Писание. Почему? Потому что мы, ну, читаем другой раз так, что надо прочитать. Ну, прочитаю главу, надо. А потом поразмах, как это я могу в жизни своей исполнить это, употребить для спасения своей души, для спасения других. Часто об этом не задумываемся. Поэтому и мимо проходит, не узнаем мы голоса Господа. Господь часто нам говорит это. Когда мы молимся, то это мы говорим, Господь нас слушает. А когда читаем Священное Писание, то к нам Господь говорит, а мы слушаем. Когда мы молимся, то Господь нас слушает, что мы скажем. А мы часто-то говорим, что как будто бы, ну, в нашем воображении Господь как щедрый меценат. Только дай, и дай нам, Господи, и дай. Что только не просят у Господа, всего просят. Дай и дай. А от себя что отдать? Надо от себя отдать, если тогда можно будет что-то и просить. Поэтому нужно всегда усматривать Слово Божье, узнавать этот голос. И всегда, чтобы слышать его, что-то сделать должны. А послушаем, а что Господь мне посоветует? Что скажет мне Господь через Слово Свое? Не так, как некоторые говорят, а я что-то делать? Я открою, где откроется, там и будет. Вроде. Это как бы получается, как ворожба какая-то. Где откроется, там и будет. Это не так надо. Прочитали то, что это всегда должно быть в сердце. Тогда что-то и будет по-другому, может быть. Вот. Помните, 20 глава Евангелия от Иоанна сегодня читали мы. Итак, 11 чтений евангельских о воскресении Христова. Они будут повторяться через 10 недель. Через 11 опять будет то же самое. Храни всех Господь.